если дистанционная. Примерно так. Обрабатываю руку. Потом следующее. Работаю там, так скажем, на один укус. То есть укусил за ногу, да? Укусил здесь. Похоже как бы на змею, но тут немножко иное. Как бы я не стелюсь низко. Я обхожу его, бью. Мой удар — это укус волк. Следующий, есть лапы волчьи. Работают как в атаке, так и в отражении атаки. Движение как велосипед. Крутим. Движение. С этих же лап он, например, атакует. Простые сбивы. Как бы это волчьи лапы. Точно так же я могу и атаковать его. То есть, как волк издалека, да, дистанция большая. Медленно сначала готовлю эту атаку. Издалека волк крадется к своей добыче. Я тут предполагаю, что это моя добыча, я волк, да, если на тотеме. И вот я подбираюсь к нему и резко атакую. Ну, тут может быть как укол, в принципе, так и секущий удар. Тут еще рука как отвлечение внимания, да, служит? Нет, тут защита. Если он будет атаковать, либо сопротивляться, я буду все это сбивать. У меня здесь перекрытие. Еще движение. Ни в коем случае не так. Руки не параллельно. Грудь не открыта. А вот. Элемент тренировочный такой. Сейчас продемонстрировали. На чем тренируем. Те же волчьи лапы. Например. Есть медвежьи лапы, да? То же самое носят амулеты. Какие-то там перстни, что-то еще там, одежду с изображением медведя. Я уже нарисовал, да, символ берсерк. Ну, это мой автопортрет, я не скромный человек сразу. Вот. И голова медведя как бы. Вот. И примерно то же самое, как берсерки надевали эту шкуру медвежью, или там кто-то волчью. То же самое работает медведь. На защите, если он не атакует, раздвигает пространство, уходит. Работает медведь. Одна схема, если низ медведь. Вверх. Это как бы элемент медведь, например. Есть рысь и есть другие, как бы вот, такие звери, которые тоже мы разрабатываем. Но рысь самое сложное, это надо обойти. Со спины в спортивном поединке это очень сложно, иногда даже нереально. И зацепить его за шею. Ну, неподвижного легко. В поединке, ну, очень сложно. Ну, у некоторых получается. Я удивлялся. Но у нас был такой уникальный парень, сейчас инструктор в Королеве от нашей школы. У него в поединке это получалось. Не знаю как. Хотя он выбрал себе тотем волка. Вот. Можно не выбирать никакого тотема, в принципе, неважно. Вот. Я, например, был зимой на соревнованиях, судил в дивизии Дзержинского «Витязь Контакт». Там ребята, ну, совсем недавно начали заниматься ножевым боем, благодаря Максиму Рамаданову, майору спецназа. В принципе, они просто дерутся. Занимается там боксом, ММА, просто берут в руки нож и дерутся. Но чувствуют, что что-то не так. Что не так? Какая ошибка? Привыкли бить кулаком. Если в ножевом бое засчитывается движение, укол, либо сечение на клинок, здесь я убиваю. Они привыкли бить. Очень много не зачлось вот этих движений, когда шел кулак. Они привыкли бить кулаком. Стереотип. Как бы перейти от одного стереотипа к другому сложно. Я это заметил вот на занятиях в нашей школе. Борцы, у них еще сложнее с ними.
они дают голову на растерзание, не руки там, не ноги, а голову, и лезут вот сюда. Приходится им бить по голове, отрезать голову, уши. Конечно, я понимаю, это плохо, но что делать? Вот. Ну, благодаря маскам у нас меньше трав. Я опять опоздал? Да. Ты не с оригинальным шел на этот раз. Да, вон он. Вот. Еще меня тут попросили на нижнем хвате сказать. В принципе, на нижнем хвате еще больше приемов, чем на верхнем. Ну, обычно как, удар. Верхний, боковые, нижний. Какие-то там более хитрые есть вещи. С уходом клык вепря. В принципе, на верхнем ударе тот же самый прием, подставка под медведя, получается все то же самое. Только хваты разные. Здесь, кроме того, как бы обычно, когда люди, опять стереотип, наносят удар, пытаются дотянуться. И когда дотягиваются, дотягиваются не клинком, а кулаком. Но то, что он бьет, это как бы второстепенно, просто даже если он не ударил, я вот достиг, отбил его удар, а ударил опять, то здесь ворон клюет. Ворон клюет глаз, плоть, но не землю, это не курочка. То же самое здесь. Но здесь гораздо проще. Здесь можно, если он уходит вверх, в принципе, попасть ему в горло. Ну, в спортивном поединке, конечно, это довольно-таки болезненно, если сюда попадает. Какие обычно мы рассматриваем приемы здесь? Три тура. Первое. Бип. Удар. Это первый верхний ворон, так называемый. Обычно этот три тура выполняется, ну, максимум 2 секунды. Следующее. Нижний ворон, так называемый. Когда я обработал. Обработал его как бы с дистанции. Здесь у меня дистанция большая для нижнего хвата. Не достану его. Мне надо к нему подходить, а он от меня убегает. Пытаюсь здесь его достать, не получается. Перехожу на верхнего, на нижнего ворона. Другая уже стилистика. Так называемая итальянская стилистика. Хотя французы обижаются, говорят, нет, это наша. Я с ними не спорю. Я могу это назвать как угодно. Я просто это делаю. И называю по-своему. Верхний ворон, нижний ворон. Стилистика именно отсюда, нижняя, с выходом. Делается не на месте, а с уходом с линии атаки. То есть, когда он не атакует, сбиваю, в принципе, укол и верхний. Все то же самое. На, в принципе, верхнем ударе, на верхнем хвате делается все то же самое на самом деле. Вот. Поэтому как бы. Единственное, хочу заметить, на верхнем хвате спортивный поединок, он будет эффективнее. В том плане, что дистанция, здесь я его достану. Не сходя с места. Здесь уже не достану. Вся разница. А вот. Ну как бы. На нижнем хвате еще. Сейчас покажу. Самообороной. Начали, самообороной закончится. То есть если он мне угрожает ножом. Да, ну не обязательно, что подходит. Если он подходит к вам с оружием, не подпускайте его близко. В сторону. Может быть, три тура, не один удар в корпус. В принципе.
Приемов на самом деле множество, их сотни. Но как бы не могу это все показать сейчас, потому что нет столько времени. Вот. Если есть желающие с масками на резиновых ножиках попробовать подраться, не проблема. Можно попробовать что-то отработать, если у кого-то что-то. Да, если интересно, пожалуйста. А где он? Не, этот драться хочет, я знаю. Я всегда попробую. Ты как чего хочешь? Поработать, да? Что, будет драться? Вроде там он стоять будет. Сказал, что я пошел.